Приветствую всех, с вами Лилия Донскова. В этом видео расскажу фишку, которая есть в вашем кабинете с уровнем менеджер 9%. Вы нажимаете на сайте Oriflame кнопку «Войти», заходите в личный кабинет и обратите внимание, на самом верху, когда вы наводите на свою фамилию, имя, отчество, у вас вот здесь появляется система рассылки e-mail. Нажимаем на эту строчку, ждем, когда подгрузится файл. И вот смотрите, вы можете делать рассылку по своей команде. А как нужно делать? Здесь остается без фильтра. Первый уровень мы можем поменять на персональную группу или директорскую. Ну, так как у вас еще не директорская группа, вы можете просто поставить персональная группа. А в нее войдут все участники вашей команды, независимо от того, где они зарегистрированы. Когда вы станете директором, уже можете выбирать просто директорская группа. Далее, здесь вы можете тоже что-то отмечать, но я никогда не отмечаю. Я отправляю всем. Хотя здесь можно выбирать, кому отправлять письмо. Например, спящим, активным, неактивным. И так далее. В зависимости от того, кому вы хотите отправить, да, вы можете здесь вот посмотреть и выбрать ту именно категорию людей, которые вам нужны. Далее, здесь нужно обязательно заполнить тему сообщения. Если вы не заполните, то в письме будет отображаться первая строчка письма. А здесь вы пишете в поле сообщения тему и можете подгрузить фотографии. То есть, например, вы нажимаете «Выбрать», выбираете фотографию, которую вы хотите отправить. Ну, давайте выберем какую-нибудь фотографию командную. Ой, вот так. Нажимаем «Открыть» и ждем. И когда она здесь появляется, нажимаем «Загрузить». И ждем, когда фотография загрузится. Далее, смотрите, здесь вы пишете какой-то текст, тему письма. Следующий шаг, вы нажимаете «Просмотр». Далее, смотрите, а вы можете здесь еще редактировать. Здесь у нас отмечены все люди, кому уйдет, да, 760 вот человек из активных из моей структуры получит это письмо. Вам остается только нажать кнопку «Отправить», немножечко подождать, потому что письма отправляются некоторое время, в зависимости от того, сколько у вас людей в команде, да, в зависимости от этого будет дольше отправляться. Вот и все, вот такая классная система рассылки по e-mail позволит вам наладить коммуникацию с вашей командой. То есть вы можете здесь отправлять важные сообщения, расписание, даже то, что вы считаете важным, или какую-то акцию по команде, если вы хотите запустить. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, помните, что не все читают электронную почту. Поэтому, если для вас важно, чтобы люди это сообщение получили и прочитали, то я рекомендую еще также дублировать либо смс-рассылку, либо в чате. То есть везде, где только можно это продублировать, я вам рекомендую это делать. Итак, да, вот такую фишечку вы теперь знаете, пользуйтесь с удовольствием. Ну и также помните, при составлении сообщений будьте очень внимательны, проверяйте, чтобы не было ошибок, пишите грамотно, потому что это показывает также ваш уровень развития. То есть если письмо написано неграмотно, с ошибками, наляплено, как попало, то, конечно же, о вас сложится не самое лучшее впечатление. Поэтому, да, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. До встречи в следующих видео. С вами была Лилия Донскова. Всего доброго, удачи!